Здравствуйте, друзья! Вы видите раутер. Раутер реально прекратил функционировать. Причем это заняло, может быть, с минутку, может быть, с 2-3, прямо во время нашей трансляции. В субботу утром по Москве, понимаете. Вот, взял и помер. Трансляция ни на чем оборвалась. И вот мы пришли в магазин Best Buy, такой магазин электроники. Хотим купить другой раутер. Сейчас посмотрим, чего есть на полках и что возьмем. Магазин большой, чего тут только нету. Вот, нам пальцем показали на фронте, ну, в смысле, при входе, куда двигаться. Вот, говорят, там идешь между Sony и LG. Значит, вот мы туда и идем. Там есть какой-то helpdesk. И нам там помогут. Хочется надеяться. Да, сейчас посмотрим. Мы глянули на веб-сайте, там буквально вот там, не знаю, $50, даже меньше, до 150-60. А мы не то, чтобы, знаете, там, ой ты господи, какой замечательный трамвайчик поехал, лошадки, да. 4K телевизор, я понял. Думал, ценник где-нибудь есть, нет ценника. Друзья, нет ценника. Идем дальше. Так, все 4K, смотри, тут Sony. Красиво, знаете, очень-очень мило. Очень мило. Между Sony и LG нам сказали, что есть какой-то helpdesk. Чтоб я его видел, так нет. Ага, вот Светлана кого-то нашла там. Нам пошли помогать. Нам пошли помогать. Я пошел за Светланой и помощником. Так, что у нас там имеется? Смотрим. Ой, господи. Google Home Hands Free Help from the Google Assistant. Понятно. Да, вот там я смотрю. Там, где $49, так на полке ничего нету. А там внизу еще 31 есть. How big is your guys' chance? Well, we use all of those, yeah. Okay. All of these connections are here? All four, yes. Okay, no problem. Let's see, pretty much anything that we have on this side will be very similar to what you have. Maybe even better. So something like this or this would actually be sufficient enough. Which one is it to configure? Easy to configure? 250. Так. Чего только нет на свете. Слушайте, и 348. Да. В общем, вот так. А вот эти вот балды, которые вы видите, это для того, чтобы не унесли. Это она сигнал подает. Так. Security. Вы видите, друзья, как расчет происходит. Не надо ходить к кассиру, вот у него все с собой, тут же карточкой рассчитались. А выбрали мы вот этого красавчика. Вот этого красавчика за $78 практически, вот он. То есть такое ощущение, что для наших дел его вполне хватит. Вот, у нас как бы дома нет много разных устройств, которые бы одновременно какой-то серьезный трафик учиняли. Поэтому, я думаю, нам этого вполне хватит. Придя в такой магазин, друзья, невозможно пройти мимо секции GoPro. Чего тут только нет для GoPro. Вообще, надо сказать, что в магазинах что-то увидеть очень сложно. Так, чтобы много сразу было. Это обычно онлайн покупается. Но вот тут вы видите много всего. Вот там даже... что-то похожее на стабилизатор, но больше это похоже на ручку. Это просто ручка какая-то. Держалка, я бы сказал. Это не совсем то же самое. А смотришь, держалка, $60, пожалуйста. Надо же так. Вот. Интересный магазинчик такой. И вот на самом деле просто видеокамеры в одном месте. Там такое количество. Сегодня а не вот так Sony, не так легко. Ой, смотри, какой маленький. Вообще, это вот как, 200... как это как мы пользуемся. Вот, ну, он, у меня знаю, есть такая. Еще, наверное, проще. Я не знаю, совсем $29. Ну да. А вот какая-то, смотрите,
какая-то фигулина, смотри. Видимо, это action камера, она в корпусе в таком. Да, да, написано вот action камера. И здесь тоже action камера. За 300, за 450. Собственно, у меня и так action камера. Ну вот я к чему говорю, что не так часто увидишь, вот когда камер много. Это чего такое? Panasonic тут. Да. А вот это видно по кругу, 360. А вот за штуку, друзья. Миш, вот это 360 градусов снимаю. Да-да-да. Вот за штуку. Что у нас тут есть? Вот вы видите ценник. А, что там, Света, ты говоришь? 360 градусов. Это да. За 800 баксов. Симпатичная такая. Так. Ну да. Давай, покажи, что там. Вот это вот, 360 градусов. Вот она, да. Ну, понимаешь, у нее камера, у нее линза спереди, линза сзади. Соответственно, качество съемки. Вот. Качество съемки фиговое. Как будто бы вот так все получится. Но так точно не получится, это мы знаем. Да. Да, на селфон снимает, это я понимаю, тут без вопросов. А вот такие здоровенные, можно сказать, по-своему, торренды. Очень красиво. Да, 1700 баксов. Да, 4K. Тут еще вот, это за 849. Это за 700 Sony FDR. Ой, ты ё-моё. Такой пупсик. А тоже 350 баксов стоит. Да. Знали бы вы, друзья, как хреново себя чувствуешь, когда вот так, мало то, что во время трансляции, но вот с утра просыпаешься, а интернета нет. И вот как-то даже неудобно, если мягко выразиться. Совсем даже неудобно. Привыкаешь к какому-то образу жизни. Получается, образ жизни у тебя подорван. Вот сейчас пойдем попробуем установить модем. Я надеюсь, что все так без проблем пройдет. Хотя, друзья, кто знает, правда?